Белые папахи на столичных рынках продаются уже давно, но вот особого спроса на них никогда не было. Все изменилось после выхода Хабиба Нурмагомедова на бой с Конором Макгрегором в белой папахе. Сегодня это один из самых популярных головных уборов у молодежи Таджикистана. Я купил эту шапку не для красоты. Я фанат Хабиба Нурмагомедова. Он один из лучших спортсменов мира. Как фанаты покупают футболки футболистов, так же и мы, поклонники Хабиба, покупаем такие шапки. Хабибки покупает в основном молодежь, но, по словам владельца этого магазина, иногда необычным головным убором интересуются и люди постарше. Например, вчера такую белую баранью шапку купил у него мужчина за 70. Белые шапки, хабибки, разные люди покупают. Берут и пожилые люди, молодежь покупает, его поклонники. Настоящие дагестанские белые папахи стоят недешево, примерно 35-40 долларов. По словам торговцев, каждый покупатель интересуется, действительно ли папаха привезена из Дагестана. Это чистая шерсть, отличного качества, баранья, поэтому и цена такая. Для большинства жителей страны такой головной убор не по карману, но торговцы, ориентированные на товары из Китая, подсуетились. Для тех, кто не может себе позволить оригинальную дагестанскую папаху Нурмагомедова, есть вот такой вот бюджетный вариант. Эта шапка стоит в 4 раза дешевле. Было бы преувеличением сказать, что улицы Душанбе наполнены людьми в белых папахах. Однако тенденция налицо. Анушер Вонарипов, Насим Исамов. Настоящее время. Азия.